Шупецкий, обіжніть його! До нього! Пацан, пацан, очнись! Что с тобой? Это гопники с тобой сделали! Не вставай, ты уже! Пацан, нет, я не чушпан! Отвалите! Я вызову полицию! Другая полиция, это я, Димас! Бен, не хочу тебя расстраивать, вот это то же самое на голове. Я-то думаю, чего у меня так башка раскалывается? Деньги, они... Уважаем и любим. Поэтому, если вам нравится наше творчество, переходите по первой ссылочке в описании, подписывайтесь на канал Денис Букус на Рутубе и смотрите море нового контента почти каждый день, ребят. Ну а мы продолжаем. Вот стекло. У нас ярлаш поступил не по-пацански, поэтому его отшиваем как шупана. Таким правда просто не место. Опа, смотри, а вот это глава местных клоунов. Ты чё тут за... Чего, мы тебе дадим второй шанс. А ну уматывай отсюда, быстро. Есть еще порох-то, пороховница. А старших их уважать, ну... Понял, ты разувайся пока, а я чайник поставлю. Ну хоть один нормальный человек, который не поддался этому хайпу с группировками. Как же я надеюсь, что в скором времени все это закончится. И я вернусь к своей прежней нормальной жизни. Когда можно спокойно вся эта ситуация как-то сама собой устаканить. Ну по факту ты и сделать ничего не можем. Самое безопасное сейчас просто сидеть по домам. Я не хочу я так жить. Я хочу спокойно гулять с друзьями и не бояться, что вот там бандюган меня в очередной раз вырубит. Хочу, чтобы батя стал как раньше. И чтобы Мишка наконец-то тоже пришел в себя. О, я думаю, тут нет никого. И никто же. Я в суп попал, а ты очень на него похож. На кого? На индюка. Тоже такой важный везде ходит, а по факту обычный петух. А вы знаете что? Выбирайте. И по-пацански как получается, а? Ну это уже не ко мне вопросы. Извините, мне надо идти. Во-первых, пацаны не извиняются. А вот... Ко мне вопросы. Извините, мне надо идти. Во-первых, пацаны не извиняются. А во-вторых, вот честно моих кинтов. Погнали. Тебе спасибо, что зашел. Вот поговорили. Мы с полицией. И в этот момент мое сердце начало биться сильнее. По телу прошел холод, а руки затряслись. Надеюсь, батя не натворил делов, и с ним все в порядке. Я открыл входную дверь, и в квартиру зашла девушка-полицейская. Здравия желаю. Разрешите пройти. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Что-то случилось? Причем? Да, что-то нам надо. Литература. Читать пятую главу вишневого сада. И вишневого сока ее нужно будет попросить сейчас прийти. Держи, спасибо. Объясни-ка ему! Да легко! Пацан! I'm out! Credit card, I gotta run. Love you.
Не брал я с собой. Ну на нет и сюда нет. Погодите, это же моя одноклассница Машка. Почему я раньше не замечал, что она так... Уважаемым людям, особенно у кого такие пушки. Ай, ай-яй-яй-яй, мой зубик. Может и я, и чё? Могу еще раз обидеть. Ты меня обидеть? Ха-ха-ха-ха! Да ты видел, какие у меня банки огромные. Обидеть он меня...
Пол, такой глупый, вежливый. Хотя, может, он просто испугался меня. Все-таки я круто дерусь в стихе. Пацан! А? Мурашки, похоже, надо поиграть. Сынок, как хорошо, что все выкинем. Да, мам, сейчас. Бывай. Фух, чуть штаны не навалил. Фиг с ними деньгами. Главное, не побили. Слышь, пацан! А? Никакой я не бандит! Сынок, как хорошо, что ты уже проснулся. Скорее мусор выкинь. Хорошо, мам, мусор выкину, а в магазин... Ты постой! Ага, сейчас, уже стою, ищи дурака. Ха-ха, вот я и убежал. Вот и выбрался, свобода. Пипец, я походу останусь в этом дне навечно. Вот уж не думал, что такое вообще возможно. Очень помогли. Выходит, все это время не менялись. Просто события были так похожи, как будто это один и тот же день. Продукты мы едим одни и те же, поэтому и записки мамы так похожи. Ну а мусор так и так каждый день наношу. Только одно вот непонятно. Пацан! А? Короче говоря, я, кажется, влюбился. Это был, я уже не помню, какой месяц, какой день недели и какое число. Страшно... Давай тормози! Я остановил машину, опустил стекло, к нам подошел сотрудник. Мы что-то нарушили, товарищ полицейский? Да, есть подозрение, что вы управляете автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Выйдите из машины. Вы что, товарищ полицейский, я вообще не пью. Быстро из машины, я сказал. Я обернулся и увидел, как инструктор вылезает из машины. А тебе что, особое приглашение нужно? Знать свой вчерашний день. Да нет, вчера этого точно не было. Может, меня глючит просто, не ко полиции. Мы остановились, открыли окно. Полицейский подошел к нам и сказал... Есть подозрение, что вы управляете автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Выйдите из машины. Да вы что, сотрудник? Я вообще не пью. Это же по праздникам. Выйдите из машины, я сказал. Инструктор стал выходить из машины. Отлично. Сейчас они поговорят, он вернется и не уедет. Полицейский зачем-то в мою сторону пошел. Чего ему надо-то? А тебе что, особое приглашение надо? Я что, опять здесь? Опять на этой кровати? Да что за фигня такая происходит? Я не мог понять, это был сон или реальность. Counter-terrorists win.
Слышь, пацан, ну ты уже вообще все рамки-то перешел? Долбанутый ты, а? Вместо чтобы расследовать дело, спорили об игре. Фофаном угостить забыли. Зульфию Фуфиловну. Кого? Какую Зульфию? All I see is a bunch of cowards. There's only one of me!
А это у вас iPhone 12 Pro? Ну да, последняя модель. Цвет синий графит. На заказ, брат... Выиграл деньги. Полицейский, что ему нужно? Ваш брат был обнаружен в группе людей, которые находятся в международном розыске. Тебя. А можешь прям... Here's the point.